Этой осенью ветер переменится. Вас ждут невероятные сказочные приключения. Обычная прогулка с воздушным змеем обычных детей Джейн и Майкла Бэнкс превращается в необычное приключение. Они встречают легендарную няню Мэри Поппинс. Она всегда появляется из ниоткуда и совершенно неожиданно. Находит общий язык с людьми, птицами, рыбами, животными. Такая красивая и строгая, внимательная и аккуратная. Она – леди совершенства, которую уважают все. И почтенные джентльмены, и мальчишки во дворе. О встрече с ней мечтает каждый взрослый и ребенок. А встретившись однажды, вспоминают всю свою оставшуюся жизнь. С ее приходом в доме номер 17 по Вишневому переулку появились чудеса, приключения, радость и веселье. Окунитесь с головой в сказочную атмосферу. Читайте во всех книжных магазинах страны. Мэри Поппинс и Мэри Поппинс возвращается. Thank you.